Севаева прославилась благодаря роли Готки Даши в «Папиных дочках», но для того, чтобы добиться этой славы, ей пришлось упорно работать. Настя с детства занималась в театральных студиях и посещала курсы при модельных агентствах, училась искусству дефиле и жонглирования, занималась акробатикой и танцами. Впервые на экране она появилась в детской развлекательной передаче «Улица Сезам». Потом юную актрису взяли в «Ералаш». Еще до съемок в «Папиных дочках» Настя успела дебютировать в «Полном метре», сыграв дочь главной героини в музыкальной комедийной мелодраме «Слова и музыка». После триумфального успеха «Папиных дочек» Севаева стала одной из самых популярных девушек страны. Съемки в сериале отнимали у нее много времени, так что Насте пришлось закончить школу экстерном. Персонаж Севаевой по сюжету сериала изменился сильнее, чем ее сестры.